Имя Алексея Макаровича Смирнова, добрая память о нем, никого не оставляет равнодушными. Свои видео-поздравления в адрес нашего торжественного мероприятия направили коллеги по актерскому цеху. Народная артистка России Евгения Симонова. Народный артист России Георгий Антонович Штиль. Народный артист Украины Владимир Калашко. Рустам Сагдулаев. Внимание на экран. Я поздравляю всех зрителей, которые любят и помнят фильм «Бой идут одни старики», с днем рождения замечательного актера Алексея Смирнова. Плеяда актеров вот того поколения старшего, это, конечно, были удивительные личности, удивительно талантливые и в профессиональном смысле, и человеческом. И Алексей Смирнов, он как раз из, конечно, из этой когорты. Леонид Федорович Быков говорил об Алексее Смирнове, говорил всегда о нем с невероятной нежностью, любовью и уважением и к его дару актерскому, и к его какой-то вот этой удивительной душе. Дорогие ярославцы, как это замечательно, что вы отмечаете столетие великого артиста, которого я хорошо знал, которого люблю, и с которым нас свела судьба на Любфильме. Земля ярославская дает таких замечательных людей, и вот там должен такой родиться герой, герой войны. Я не знаю, герой у нас на Любфильме, потому что он там работал последние годы. Очень жаль, что так рано он ушел. Сколько бы еще картин сделал? Потому что он не только актер вот, России. Его картины показывают и за рубежом, потому что невозможно, когда приключения Шурика, это фантастика. Уважаемые ярославцы, я поздравляю вас со столетним юбилеем вашего земляка, великого актера, большого человека. Я поздравляю вас, потому что эта земля, ваша земля, родила такого большого, прекрасного человека, который ушел, прожив достойную жизнь. Он сделал так, чтобы помнить не одно поколение. Его образы навсегда останутся в памяти многих поколений. Еще раз поздравляю с таким большим именем, большим человеком, как Алексей Макаров.